Der Einfluss der neuen Medien, also von SMS, Chats, Blogs. Современное общение. В ОГУ прошел очередной семинар для учителей немецкого языка школ города Оренбурга. Тема встречи – язык СМС-сообщений как средство выражения немецкой молодежной субкультуры. В этом году мы планируем проводить семинары раз в два месяца. И для учителей не только как бы наших филиалов. Мы имеем два филиала кафедры. Это 61-я школа с углубленным изучением иностранного языка и гимназия номер 3. Но и планируем привлечь к посещению таких семинаров других учителей, других муниципальных образовательных учреждений, школы как бы, города Оренбурга. Опять же, с той же целью популяризировать немецкий язык, повысить интерес к обучению немецкого языка у учащихся. Сотрудники кафедры немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка ежегодно проводят анкетирование среди учителей, по результатам чего составляется список наиболее актуальных тем для семинаров. Сегодня мы знакомимся с новыми видами текстов, поскольку действительно язык претерпевает сейчас глобальные изменения, с такими новыми влияниями средств, так скажем, общения, как, таких как СМС, Твиттер и всевозможные другие современные средства коммуникации, они, несомненно, играют огромную роль в формировании сейчас языка. Чтобы привлечь внимание школьников к изучению иностранного языка, на базе ОГУ проводятся различные конкурсы, например, стихотворений или сочинений, а также организовываются дополнительные курсы изучения немецкого языка.